Новый тренерский состав и другие перемены непосредственно в команде. Руководство хоккейного клуба «СКА» «Уральский Тромник» подписало контракт сроком на 2 года с полузащитником Егором Дарковским. В общей сложности в Суперлиге Дарковский провел 214 матчей, набрал 54 очка, забил 31 гол и сделал 23 результативных передачи. На его счету в этом сезоне более 20 встреч в чемпионате России. Помимо этого, он принял участие в матче всех звезд в составе сборной «Востока». В Трубник Егор Дарковский пришел из команды «Сибсельмаш», за которую выступал 10 сезонов. В ее составе, кстати, забил свой первый мяч в Суперлиге, поразив тогда ворота именно уральского «Трубника». В клубе заявляют, что Дарковского отличает разносторонняя подготовка, креативность и сильный удар, позволяющий эффективно участвовать в розыгрышах стандартов.